А у тебя сестренки были когда-нибудь в цирке? Были. Ага. Она спала. Словно сказочный сон, но уже наяву встречают гостей бегемот, зебра и другие животные. Если театр с вешалки, то цирк начинается уже с маминого. Мы пойдем на представление. В предвкушении праздника. А были в цирке еще когда-нибудь? Да. Были. А что? Один раз были. И что понравилось? Мне понравилось, там человек втыкал себе такие вот... Клоуны понравились, да? Палки такие вот, сувал. Глаза боятся, а кегли пролетают. В фойе цирка еще одно шоу. Увидев жонглеров, семья Тляковых из Бутасей замерла. У одного из братьев исполнилась мечта. Медведя. А обезьянку. А вот так хочет фокус. Обезьянку. Обезьянку? А кто-то хотел увидеть жонглера. Я хотела увидеть жонглера. Оценил ловкость артистов и Рустам Миниханов. На реконструкцию цирка почти за год был потрачен почти 1 000 000 000 рублей. Самая существенная строка сметы – это освещение – 126 миллионов. Зато теперь такого нет ни в одном цирке страны. Мы приняли решение, что первыми зрителями цирка должны быть вот эти образцовые большие семьи из всех городов, районов нашей республики. Казанскому цирку в этом году 51 год. На летающую тарелку тогда не разрешали строить до последнего. Утвердить проект помогли специальные испытания на макете. Итоги реконструкции спустя полвека. Так выглядел цирк снаружи еще в прошлом году. Теперь свежесть налицо. А это уже большая арена год назад. Ее в новых красках не узнать. А это в фойе в начале 2017-го. Его Станислав Князьяков даже не узнал. На этой арене он уже в 5-й раз. Кстати, во время своего первого визита в Казанский цирк он познакомился со своей женой. Цирк стал очень вкусный. Он и был прекрасен. Но есть просто технические моменты, нужно кровлю цирка и так далее. Это же все нагрузка на купол. Да. Он и был замечательный. Но сейчас его прямо хочется скушать. Настолько вкусный казанский цирк стал. Сегодня красный, завтра синий. Одна из визитных карточек обновленного цирка – это меняющаяся подсветка. Летающая тарелка, конечно, не взлетит, но сигнал с будущего подаст. Слават Мухаммадуллин, Андрес Энтальцев, ТНВ, Казань.